будут дополнительные посты сейчас, особенно в летнее время, выставлены на трассах. Автохозяйство свой внутренний контроль будет осуществлять. Где-то, может быть, еще ужесточим знаками и разметками, чтобы меньше было обгонов, меньше было там нарушений режима скоростного. Вот. Поэтому, конечно, постараемся все выводы сделать и не допускать. Но вот случилось. Это трагедия. Я еще раз хочу выразить соболезнования близким, семьям погибших. И хочу еще раз всех своих коллег настроить на самые энергичные действия по недопущению подобных ситуаций.